Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале, и мы сегодня мы играем в чемоданочку на сервере Ordinary Play, Центральный округ. Мы не здесь Кирилл Подбулов, и не забывайте вводить по ним при регистрации. Ну что ж, пацаны, сегодня снова серичка на проекте Родина Ролиплей. Короче, пацаны, я, как и говорил, вне серии поставил гидравлику на вот эту Audi R6. Если что, у меня стоит заменка. Кто не смотрел предыдущую серию, советую всем по ее посмотреть. Итак, вот такая вот Audi R6, заменка, я ее поставил, в принципе, булкин там, все дела, я думаю, вы это все понимаете. Я поставил на гидравлику, и пацаны, я такого, конечно, не ожидал, что так произойдет. Короче, вы сейчас сами все увидите. Ну, как бы сказать, что это бупан, это ничего не сказать, потому что вы видите, как она просто ложится на пол. Как бы она не черкает, все нормально. Как бы это не мешает ей комфортно передвигаться. Этой модельке, этому автомобилю. Но она занижена такая, видите? Когда стоит именно на месте, когда мы начинаем ехать, она поднимается. Заем назад опускается. Едем вперед, поднимается, опускается, поднимается, опускается. Ну и вот так вот она выглядит на поднятой гидравлике, так сказать. Нихуя себе! Итак, опускаем. В принципе, нитро я тоже поставил, у нас нитро тоже валит. Сегодня у нас будет чисто по катушке, протестим эту машину и кое-что почудим, короче, на мосту Южного. Ну что ж, вот я и доехал, я купил ремки, у меня полный багажник ремок, есть еще с собой одна ремка. И что я вообще хотел вам показать? А вот что. Надеюсь, шлагбаум будет закрыт, и я, в принципе, вам смогу все показать. Итак, вот мы едем, но шлагбаум закрыт, да? Ай-яй-яй, блин, я сальтуху, короче, просто наворачивал. Давайте попробуем, я думаю, еще раз. Надеюсь, меня админ не накажет, потому что это будет очень плохо. И да, так делать, пацаны, нельзя, но я хочу вам просто показать, что эта машина может. Я просто, когда первый раз проехал, пацаны, я сальто сделал, но почему-то еще раз у меня это сделать не получается. Давайте пробуем еще раз. Ну что ж, едем, давайте попробуем. Надеюсь, там никого нету, чтобы я никому не мешал. Да, он закрыт и... Ух ты, блин. Ну, об этом я почти вам говорил, пацаны. Вот такие вот плюшки можно творить, так сказать. Так, давайте гидравлику опустим и пишем репкар, в принципе. Вот, все, у нас тачка починилась. Заводим двигатель и едем дальше. Так, пробуем, пацаны, уже все вроде бы как проехали, и должно все получиться. ДПСик, ну ты, блядь, нашел, как делать, придурок, просто какой-то даун, реально. Я вот не понимаю таких людей. Чё, блядь, вы чё, блядь, сука, нахуй? Просто, зачем ты мне перерождаешь дорогу? Я просто ехал, он, понимаете, сразу выехал. Он не видел по карте, что я ехал, или вообще он не видел, что я ехал. Я вот этого не понимаю. Так, пацаны, тут за мной погоня, походу, я так понял, да? Да, за мной, короче, погоня. Я тебе... Ебальник набью. Я уже договорилась. За тобой еду. Так, ну окей, давайте попробуем от них оторваться, в принципе. Я думаю, у нас это получится. Они на Форде едут, а мы едем на РС-ке просто по лесу. Реально за мной мусора гонится, видите, на карте, на мини-карте. Так, они, по-моему, остановились, да? А, нет, они не остановились. Ну, давайте с ними попробуем поиграться, так сказать. Из-за того, что я в него врезался, он решил за мной поехать, я так понял, да? Блин, где тут можно выехать, я вот не вижу. Дядя, до свидания просто. Пытается завести двигатель, а он заглох. Так, я должен выехать. Я по-любому здесь выйду. У меня есть гидравлика, а у него нету гидравлики, пацаны. Просто погоня от мусоров. Главное, чтобы меня не столкнул, у меня ремка в багажнике лежит. Так, я знаю, куда можно проехать. Кстати, здесь сейчас, по-моему, рельсы будут, а он там не проедет. А мы здесь именно проедем. А здесь ты сможешь проехать, а, дядя? Я проеду. Смотрите, он застрял. Все, мы уезжаем, пацаны. Но это не точно. Мы реально от него уезжаем. А нет, смотрите, выехал. Вот это уже серьезно, пацаны, на самом деле. Так, тогда сделаем вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, нам капец, пацаны. Не, нихуя. Ладно, сделаем по-хитрому. У меня машина сломалась, она не заводится. Так, а что он от меня хочет вообще? Я вот этого не понимаю. Так, он меня догнал, блин. Да ты заколебал меня вытягивать, блин. Он меня бесит. Погнали от него. Так, что ты меня стреляешь? Что ты меня... У меня звезд даже нету, алло. У меня даже звезд нету. Какой-то нон-РПшник на самом деле. Пиздец, я просто такого не понимаю на самом деле, пацаны. Чё за бред? Вы просто видели? У меня ни звезды даже не было никакой, ничего. Я просто случайно у меня урезался, а он в итоге меня расстрелял, пацаны. Не получилось сегодня нас трюков поделать. Я еще почему-то дома появился какого-то хрена. У меня еще хп прибавляется. Да уж, конечно, пацаны. Я такого на самом деле не ожидал. Я думал, типа, одному в патруле, во-первых, нельзя быть. Во-вторых, у меня не было звезд. В-третьих, он меня просто расстрелял. Как бы у меня не было звезд, я не преступник, по сути. Поэтому я не знаю, давайте на всякий случай сделаю тайм. Хуй тебе! О, такой!
Но я не могу почему-то этого сделать. То мне забавилось, короче, конкретно, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока.